Можно ли так сказать, что если уже война проявляется в материи, в грубых силах, да, природы, а не внутри человека или человечества, то значит человечество проиграло уже внутреннюю войну, или не так все однозначно? Нет, это, конечно, проиграно. Но на разных уровнях постоянно ведется борьба, и иногда она переходит в войну, и далее продолжается. Говорится, что если уже война проявляется в материальной плоскости, то это плохой знак. То есть даже есть такое изречение, что передается право злому началу, и он уже входит в работу, и тогда нет спасения. Да. То есть получается, что если уже началась война, то в принципе предотвратить ее молитвами уже невозможно. Mm-hmm. Это уже поздно. Да. Или да, можно? Да. Нет, нет. Дана сила... для злого ангела. Начало, да. То есть об этом пишет тоже Бальсулям, что когда уже вот началась там, он писал это во время Второй мировой войны, то уже ничего нельзя было сделать. Вот это самое страшное, что уже предотвратить нельзя, потому что до этого тяжело поверить, что что-то произойдет. И мы все время это видим. Человек не верит, что что-то может быть. А когда уже это все начинается, уже поздно. Уже все. Уже и убежать нельзя, и уже и молитвы не помогают, и ничего. И только, я так понимаю, помогает только время. Ну, не только. Все равно надо пытаться сделать исправление на более высоком уровне. То есть сделать исправление с большим количеством участников. Тогда оно будет более мощным, и оно может в каком-то виде даже подавить то зло, которое приходит в данный момент.